Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. Мы рады вам всем, любимым учителям, дорогим ученикам, верным друзьям, заботливым родителям и уважаемым гостям. Здравствуйте! Улыбайтесь, мы встретились снова. Мы очень ждали этого дня. И даже те, кто говорят, что не хотят школу, на самом деле рады этому чудесному празднику, Дню знаний. Школьный учебный день. Океан цветов, облака белых бантов, миллионы улыбок, симфония радостного смеха, школьных песен и первого звонка. Сегодня 80 первоклассников впервые переступят порог нашей школы, как ее полноправные хозяева, ученики. Их поведут в волшебную страну знаний, замечательные педагоги. Они душевной теплотою к себе детишек расположат. С проблемой справится любой и от души всегда помогут. А вот наши 11-классники сделают это сегодня в последний раз. Ведь у них никогда больше не будет школьного 1 сентября. Выпускникам этот праздник веселый навевает грустинку слегка. Потому что прощаться со школой в этот год им придет пора. Мы приглашаем на линейку 11-классников. Встречаем аплодисментами 11 класс. Классный руководитель Райкова Ольга Геннадьевна. 10 лет назад в нашу школу вы пришли первоклассниками. Сегодня вы совсем другие. Мы рады приветствовать вас, многоопытные выпускники. Пусть последний год школьной жизни исполнит все ваши мечты и ожидания. Встречайте аплодисментами самых маленьких жителей школы, наших первоклассников. Первый класс А. Палочки-крючочки, нолики-кружочки. Вместе с ними будет писать Сивкова Наталья Николаевна. Идет классный руководитель Сибирцева Татьяна Александровна. Но сегодня с ребятами Шегичева Татьяна Сергеевна. Класс В. Свою самую первую, самую главную книжку «Азбуку» они будут изучать с Громовой Аленой Александровной. Крепко за руку держу.
Внимание! Равнение на знамена. Флаг Российской Федерации. Флаг Архангельской области. Флаг Всероссийского движения Юнармии. Внести. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. День знаний, мирный день, необходимый, как символ доброты и чистоты, давно и прочно, горячо любимый и щедрый на улыбки и цветы. Школа – это особый мир. Школа – это неповторимое государство. Школа – это радость и печали. Школа – это чудеса и традиции. И по традиции слово для поздравления предоставляется директору школы Катрич Елене Размиковне. Добрый день всем собравшимся. Я очень рада вас приветствовать сегодня на торжественной линейке, которая посвящена началу нового учебного года. Дорогие ребята, дорогие родители, все гости, у нас снова 1 сентября, у нас новый учебный год. У нас новые радости, новые трудности, которые мы преодолеваем. У нас успехи и неудачи, которые мы тоже преодолеваем. Дорогие первоклассники, перед вами большая дорога. Интересная дорога. Рядом с вами ваши замечательные учителя. Я желаю вам больших успехов в освоении знаний и в развитии своей личности. Одиннадцатиклассники, мы с вами сегодня с частью из вас очень интересно говорили о вашей целенаправленной деятельности. Я хочу, чтобы вы научились ставить цели и достигать их, тем самым были успешным в своей жизни. Дорогие ребята, я желаю вам успехов в учебе, здоровья, родителям терпения и поддержки своих детей. Спасибо. С праздником. Школа – наш второй дом. Дом, в который часто приходят гости. Вот и сегодня вас пришли поздравить почетные гости. Ребята, вас поздравляет Сметанин Алексей Александрович, глава муниципального образования, Лисецкий муниципальный район. Здравствуйте, дорогие друзья, жители поселка Северонежск. Я такой традиционный гость на празднике знаний в вашей школе. И спасибо, Елена Размиковна, за приглашение, которое вы каждый год и честь оказываете присутствовать среди вас. Я искренне поздравляю с этим прекрасным праздником, Днем знаний. Сегодня в столь стремительно меняющемся мире получение знаний – это возможность стать успешным человеком, стать достойным гражданином Российской Федерации. И возможность, которая оказывает школа Северонежская, на 100% позволяет вам это сделать, дорогие друзья. Первоклассники,
которые сегодня, 80 человек, пришли первый раз и переступят порог этого учебного заведения, конечно, волнуются их родители. И мы уверены, что их поход за знаниями будет успешным, принесет им на начальном этапе, конечно, природные трудности. Родители, учителя им будут помогать, и уверен, что все это будет динамично, успешно и здорово. Ну, что пожелать выпускникам 11 классу? Конечно, это возможность за будущий учебный год наверстать все то, что упустили в предыдущее время. Это очень ответственный период времени для вас, дорогие ребята. И вот тот запас знаний, багаж, который вы получите сейчас, поможет вам сдать успешно ЕГЭ и поступить в те учебные заведения, которые вы планируете. Поэтому, засучив рукава, учиться, еще раз учиться. Ну, родители, бабушки, дедушки, волнительный день. И каждый раз говорю, что от вас тоже очень много зависит в этом процессе обучения, потому что это такое внимательное отношение к вашему тяжелому делу воспитания требует такого ежечасного контроля за тем, что делают ваши дети. Поэтому успехов нам всем в этом очень нужном, очень важном процессе получения знаний. С праздником! Здоровья, успехов, удачи! Спасибо! Слово для поздравления предоставляется исполняющей обязанности главы муниципального образования Северонежское Подорская Любовь Алексеевне. Уважаемые учителя, ученики и родители, поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю всем вам хорошего настроения, успехов детям в учебе, и чтобы вы нас радовали своими оценками и новыми достижениями. В начале нового учебного года, к юбилею поселка Северонежск, хотелось бы вручить почетную грамоту от администрации муниципального образования Северонежское вашему муниципальному бюджетному учреждению Северонежская школа в лице директора Катки Елены Разниковны. За плодотворное долголетнее сотрудничество, активное участие в социально-досуговых спортивных мероприятиях муниципального образования. Спасибо, с праздником всех! А сейчас слово просит первый класс передать приятно нам слово нашим малышам. Вот в руках у них цветы, белые рубашечки, фартуки на них, банты. Это первоклашечки. Вам стихи мы прочитаем, школьные, прикольные, чтоб в день знаний не скучали, да и нас запомнили. В школу я иду с цветами, маму за руку держу, из-за пышного букета я движение нахожу. В школу нам идти не лень. Книжки новые, тетрадки, костюмчик красный шит, чтобы было все в порядке, папа в банке взял кредит. Я таблицу умножения наизусть заучу и скажу вам без сомнения, бизнесменом стать хочу. Скрою, буду в школе успевать. Вырасту, кафе открою, буду пиццей торговать. Нас зовут все малышами, мамы где-то рядом с нами. Лет 11 пройдет, станем взрослым мы народ. Вы надейтесь все на нас, будем очень дружный класс. А
Обещаю не лениться, дружно грамоте учиться. В этот чудный светлый день в школу нам идти не лень. Говорим, уютный класс, принимай радушно нас. Обещаем не лениться, хорошо будем учиться. Мы стишки вам рассказали, школьные, прикольные. Вас поздравили с днем знаний. Мы с тобой довольные. Сегодня особо хочется обратиться к ученикам 11 класса. В этом году они заканчивают школу, выбирают свое будущее. Слово предоставляется будущим выпускникам нашей школы. Первое сентября до нас наступает вот уже в 11-й раз, и каждый год мы взволнованные и счастливые приходим в школу. Здесь мы вновь встречаемся с друзьями и учителями. Время журавликом к небу стремится, время рекой к океану течет. Мы переходим к последним страницам, мы начинаем обратный отсчет. Сколько же было их, мало ли много, встреч ожиданий, тревог и забот. Все сочтено за чертой итога, мы начинаем обратный отсчет. Пусть горизонты от взгляда скрывают. Берег, куда нас течение несет. Значит, другого пути не бывает. Мы начинаем обратный отсчет. Словно отрыв измерения другое, руку потянешь навстречу и вот, мы прикасаемся к небу рукою. Мы начинаем обратный отсчет. Опыт накопленный многое значит, но впереди завершающий год. Пусть этот год принесет нам удачу. Мы начинаем обратный отсчет. День знаний – замечательный праздник, новых надежд, встреч, праздник школьной дружбы. Дорогие учителя, с праздником вас! Пусть дети подарят вам радость встречи. Милые родители, с праздником вас! Пусть ваш ребенок будет сегодня самым незаурядным, самым счастливым, и все обратят на него внимание. Дорогие классные руководители, с праздником вас! Пусть ваш класс окажется самым дисциплинированным. Дорогие ребята, с праздником вас! Пусть все ваши надежды сбудутся, ведь 1 сентября, что я буду получать одни пятерки, верят абсолютно все. Слово для поздравления предоставляется представителю от родителей учеников нашей школы Орлову Александру Андреевичу. Всем добрый день. От имени родителей 11-классников поздравляю учеников, родителей, учителей с новым учебным годом. Особые слова хотелось бы сказать в адрес наших детей, 11-классников, для которых заканчивается учебный процесс. Им осталось отучиться всего лишь один год, но, по-моему, этот год для них должен быть, станет самым сложным. Я объясню, почему. Не ошибусь, если скажу, что каждый из нас, родителей, желает своему ребенку лучшего будущего, чтобы их жизнь сложилась комфортнее, чтобы они были успешнее, чем мы. Но в современном мире без хорошего образования и специальных знаний это практически невозможно. Поэтому сейчас мы уже присматриваемся к средним, специальным, высшим учебным заведениям, в которых наши дети продолжили бы обучение. Но поступление в них основывается на результатах ЕГЭ. Вот поэтому я и говорю, что год для вас будет сложный, потому как к этому испытанию вам нужно подойти серьезно, с полной ответственности, вспомнить весь материал, который вы прошли ранее, уяснить то, что вам дадут преподаватели в этом году, изучить дополнительный материал, чтобы максимально, с максимальным результатом сдать единый государственный экзамен. Тем самым у вас появится возможность поступить в наиболее престижные институты, специальные заведения. А по их окончанию перед вами откроется множество дорог с большими возможностями.
реализуете свои планы, приблизите нашу родительскую мечту. Поэтому я желаю вам усидчивости в этом году, успехов, удачи. Если что, мы всегда рядом. Спасибо. В нашем поселке произошло страшное трагическое событие. Погибла ученица школы Жукова Юля. Мы разделяем горечь потери с друзьями и одноклассниками погибшей Жуковой Юлии. Уважаемые родители, берегите и любите своих детей. Только от вас зависит счастье, здоровье и жизнь детей. Мы продолжаем торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Каждый год 1 сентября школа открывает двери своим ученикам. Для всех них ежедневно будет звенеть звонкий, голосистый звонок. Вот и сегодня он ждет своего часа, чтобы оповестить вас о начале учебного года, о начале занятий. Вот наступает торжественный миг. Минута внимания. Замри, ученик. Сейчас он раздаст ваш первый звонок, и вас пригласит он на первый урок. Право дать первый звонок предоставляется ученице первого класса Барковой Юлии и ученику 11 класса Баракину Дмитрию. Пролетело лето звонкое, нынче снова на урок. Пусть торжественно и громко первый прозвенит звонок. Дорогие ученики, первоклассники, выпускники, сейчас прозвенит ваш первый звонок. Для кого-то он будет первым, последним звонком. Я прошу запомнить этот миг, потому что этот звонок будет символизировать вашу дорогу в мир знаний. Прозвенел звонок теплый снова, и школьный двор, как сад в цвету. Что пожелать, друзья, вам в новом, учебном, непростом году? Чтоб рады всех не покидало, побольше дел, поменьше слов. Добра, оно всему начало, оно основа всех основ. Пусть будет дружным каждый класс. С праздником мы поздравляем вас! Раньше всех к линейке начал готовиться 11 класс. Поздний вечер, накануне 3 сентября. Собаки воют за двором, лишь луна и звезды.
did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Said I'd been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Равнение на флаге. Знамена вынести. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется закрытой. Аплодисментами участников 1 и 11 класса.